Чисто теоретически, если оценивать общо, могла бы. Если представить, что бомба на борту взрывается, когда лайнер пролетает над условным Брестом, это угрожает не только очевидной гибелью пассажиров и членов экипажа, но и тысяч жителей Бреста от падения на город обломков Боинга. Но, как мы знаем, Беларусь подняла в воздух истребитель, потому что именно такая процедура реагирования на подобные нештатные ситуации прописана в международном законодательстве, и прописана она еще и, конечно, логикой. Система ПВО приводится в полную боеготовность, в воздух поднимается авиация, устанавливается и радиоконтакт, и визуальный контакт с пилотами, и если все в порядке, безопасным маршрутом самолет сопровождается до аэропорта. Конечно, об этой ситуации докладывалось и мгновенно президенту, но доклад докладом, а вот решение проблемы по заданному алгоритму началось автоматически.